В собственности Орловской области числится свыше 1000 земельных участков. О том, как распоряжаются рядом из них, говорили на аппаратном совещании в администрации региона. Как отметил глава департамента госимущества и земельных отношений Андрей Синягов, за счет земель, находящихся в собственности региона, решаются и социальные задачи. В частности, формируются участки в Лошаковском сельском поселении Орловского района. В дальнейшем они будут предоставляться многодетным семьям. Кроме того, по словам Андрея Синягова, в этом году департамент провел аукцион на право заключения договоров на освоение территорий для возведения жилья эконом-класса. В реестре областной собственности. Именно за счет низкой арендной платы и компенсации расходов застройщика по обеспечению объектов инженерной инфраструктурой агентством финансирования жилищного строительства семьи Орловской области смогут приобрести доступное жилье стоимостью до 30 000 за 1 квадратный метр.